Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, просили сказать несколько слов, хотя я думаю, что нет нужды как-то сейчас представлять его божественную милость Бхактибхава Тирта Госвами Махараджа, потому что я думаю, что все, кто здесь собрались, это либо его ученики, либо те, кто намеренно ради этого приехали сюда, в Одессу, или пришли в этот зал. Но есть несколько слов, которые я хотел сказать в Москве. Так получилось, что заключительный день фестиваля в Москве выпал на Радхаштами. После этого мы все поехали сюда, в Одессу. Радхаштами — это очень высокий день, великий день для Гаудия Вайшнавов, величайший праздник. И в этот день Шрила Махарадж говорил очень высокую харикатху. А мне почему-то приходили на ум мысли об оплате этого фестиваля, ну и, естественно, такие же мысли приходят ко мне и сейчас, да, когда сейчас преданные размещаются, организуется питание,
Вот, мы снимаем этот зал, мне приходят также мысли о том, как все это будет оплачено. Есть такое русское слово, я не знаю, оно в Одессе известно или нет. Вот. Если кто не знает, я постараюсь объяснить его смысл. Слово это такое, а может немножко оно грубое. Есть такое слово, как халява. Халява, иначе не путать с халавой. Хотя часто это нечто схожее. Это то, что где-то можно получить за бесплатно. Где-то что-то раздают там, в благотворительных целях, или же что-то там не сообразили, пока что там мне цену не назначили, и где-то что-то можно получить за бесплатно. Так вот, в вайшнавизме такого понятия, как халява, не существует, а существует такое понятие, как гуру-дакхина, гуру-дакшина, как принесение пожертвований Шри-гуру. И пожертвования эти, вы не думаете, что я сейчас собираюсь поднять вопрос об оплате комнат или там о том, во сколько нам что обходится. Пожертвования, они эти, все всякие денежные вопросы, всякое назначение цен за Махапрасад, за Даршан Шримурти, за посвящение в мантру, за дикшу, за харикатху, всякое назначение цен в денежных единицах, там, в рублях, в гривнах, в долларах, оно, Гауди Вайшнава презирает это, ненавидит это. Когда мы говорим о гуру дакшине, о том, что слушание харикатхи не должно быть на халяву, не должно быть бесплатным, то мы говорим о чем-то другом, нежели чем о деньгах. Что такое дакшина и в каких единицах измеряется гуру дакшина, об этом говорит Шримад Бхагавата. В 11-й песне Бхагаваты Шри Кришна говорит в Дхаве: «Дакшина гьяна сандешам» — знание, которое получено от Шигуру, от учителя любого рода, может быть, это учитель там, игры на табле или на ситаре, или учитель, который там учит, там, как готовить какие-нибудь блюда. Знание, которое получено, но не отплачено гуру дакшиной, это знание, но может у меня теоретически содержаться это где-то в голове, я могу что-то уметь, я не смогу это знание применить. Это будет безжизненное знание. Все в Индии, все ученики, чему бы они ни учились, все они понимают необходимость гуру дакшины, какого-то воздаяния Шри Гуру. А так вот, это дакшина у вайшнавов, это дакшина гьяна сандешам. Есть удивительный комментарий Шрилы Вишна Чакравати Пада, который объясняет значение этих слов дакшина гьяна сандешам. Гьян, все знают, что такое, что гьян — это знание. Но это не просто знание. Когда о гьяне говорят вайшнавы, они говорят о гьяне, о знании в полном смысле слова, не о чем-то сухом, не о чем-то академическом. Знание — это то понимание, та убежденность и та вера, которые выносит человек, принявший участие в санкиртане, принявший участие в махотсве, в празднике харикатхи. А то, что он выносит оттуда, то чувство, та убежденность, то понимание и желание, все это называется гьяна вайшнава. Это истинное знание. Знание в полном смысле слова. А сандешам означает это знание после санкиртаны, после харикатхи, это знание не предать, и не растерять, а сохранить. Сохранить как? Сохранить, повторяя его, совершая анукиртану, повторяя его и донеся его до своих друзей. Донеся его для тех, кто хотят об этом слушать. И это
Гьяна Сандешам, да, не расплескать это знание, не потерять его, а донести его до своих друзей, это дакшина, это гуру дакшина. Это то, так, гуру, который дает бхакти, который дает понимание положения Кришны, да, ему невозможно за это заплатить и расплатиться с ним. Да, мы в вечном долгу перед ним. Так вот это та дакшина, те пожертвования, которые ученик, да, вообще наш Шравон Шиши, тот, кто слушает Харикатху, каждый ученик, да, который ученик, он должен приносить гуру, приносить вайшнаву, да, за то, что он узнал, за то, что он услышал, за то, что он понял. Да, дакшина Гьяна Сандешам. То убеждение, то понимание, та вера, которая приходит, которую человек в себя ощущает после Харикатхи. Не потерять это, а донести до других, передать другим, рассказать об этом другим и не говорить больше, не говорить о чем-то другом, да, что будет предательством, что будет изменой. Так вот, ни от кого не требуются никакие деньги, ничто в этом роде. Одно, я очень прошу всех оплатить свое пребывание здесь, оплатить свое пребывание в этом зале, оплатить слушание Харикатхи, оплатить такой гуру дакшины. Это то, что я хотел сказать. Я начал того потребовать. Bande Nanda.
В начале всего я приношу свои бесчисленные, полные поклоны лотосным стопам моего всепоклоняемого Гурудева, абсолютного противоцелого Всевышнего Господа Шри Кришны. И пришествие самой Его милости. Я молюсь о Его беспричинной милости. Пусть Он ниспошлет мне силы воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны и Его вечных спутников. Ради очищения своего сердца и обретения безраздельной и беспримесной преданности Всевышнему Господу Шри Кришне. Я приношу свои бесчисленные, полные поклоны лотосным стопам моих всепоклоняемых Шикша-гуру и молюсь об их беспричинной милости. Пусть они даруют мне силы воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны и Его окружение ради очищения моего сердца и обретения безраздельной преданности Всевышнему Господу Шри Кришне. Я приношу свое должное почтение всем присутствующим здесь, чтобы слушать Харикатху.
вновь по желанию. Всемилостью Всевышнего Господа Шри Кришны мне выпала возможность приехать сюда, в Одессу, чтобы общаться с преданными Шри Кришны. Есть воля моего всепоклоняемого Гурудева, воля на все времена. Куда бы ты ни приехал, ты должен повторять, воспевать все, что ты услышал из лотосных уст своего всепоклоняемого Гурудева и своей Гуру Варги, своих Шикша Гуру, а также то, все, что ты помнишь из истинных, богооткровенных писаний. Говори об этом, обо всем, что ты помнишь, обо всем, что ты слышал. Это лучшее из видов преданного служения, которое позволит тебе очистить свой ум, очистить свое сердце и обрести беспримесную, безраздельную преданность Всевышнему Господу Шри Кришне. У меня есть мои недостатки, самые разные недостатки. У меня нет доступа к онтологическому аспекту, к существенной стороне Вайшнава Сиддханты, высочайших заключений о положении преданности. Помимо этого я не знаю и местного языка. Я приехал из-за границы. Я приехал из Индии. Я не знаю русский. Что можно поделать, я не могу выразить то, что у меня на сердце, потому что не знаю языка этой страны. Простите меня. Спасибо. Нарасимха Махарадж не учит меня русскому языку. Что можно поделать? Тем самым создает разные сложности. Когда мы верим в Бога, мы говорим «Бхагаван», вы говорите «Бог». Слова звучат похоже. Всевышний Господь безграничен, абсолютен, полная, безусловная реальность. Ничто не может находиться за пределами полного целого, полной реальности. В санскрите
Мы говорим о нем пурна. В Шрути мы слышим такую мантру. Он пурна, он безграничен. Безграничное минус безграничное равняется безграничному. Равняется не нулю. Даже в математике. Безграничная бесконечность плюс что-то, минус что-то, всегда будет бесконечность. Бесконечность минус бесконечность также будет бесконечность. Если вы отнимете пурна от пурны, останется все равно пурна. Мы приехали из Индии, приехали в другую страну, на другую землю. В Индии было множество риши, множество муни, множество вайшнавов. Но вместо того, чтобы оставаться там, вы приехали в Россию, или уже мы приезжаем в Европу, куда бы то ни было. Но находится ли это место за пределами Всевышнего Господа? Если эти часы находятся за пределами Всевышнего Господа, то Всевышний Господь теряет свое абсолютное положение. Даже пылинка не может находиться за пределами безграничного, ибо тогда безграничное станет ограниченным. Куда бы вы ни приехали, где бы вы ни оказались, существуют бесконечные, бесчисленные брахманды, вселенные, бесчисленные планеты. Всевышний Господь одновременно имманентен и трансцендентен. Он одновременно повсюду и недосягаем для наших чувств и ума. Если мы помним о Кришне, где бы вы ни оказались, куда бы мы ни приехали, Россия также находится в пределах Всевышнего Господа, не за его пределами. Где бы мы ни оказались, все в нем. Тот, кто сознает это, помнит своего поклоняемого Господа везде и повсюду. Он видит все в связи со Всевышним Господом. Не отличным, не отдельным от Всевышнего Господа. Из-за того, что мы заняли такую позицию в нашем наблюдении, из-за такого угла зрения, из-за того, что мы отвернулись от Шри Кришны, вследствие наших прежних грехов и злодеяний, мы видим все совсем по-другому, в ином свете. Но в действительности все связаны, все взаимосвязано. И даже пылинку, тем более живое существо, невозможно отделить, и сами они не смогут отделить себя от Всевышнего Господа. Мы находим, что Всевышний Господь говорит об этом и в Гите. Каждый читает Гиту. Что говорит Всевышний Господь в Гите? Нет ничего выше меня. Ничего. Все вечно связано со мной. Все неотделимо от меня. Если кто-то любит Шри Кришну, у кого-то есть подлинная любовь к Шри Кришне, он будет любить все живые существа, всех бесконечных миров, потому что он видит эту связь всего с Ним. Со своим Господом. Мое тело может находиться во Вриндаване внешне. Я приехал во Вриндаван в своем материальном теле, но в этом материальном теле мы не можем войти во Вриндаван.
Бриндаван не является частью мира, не является частью Индии, не является частью Уттар-Прадеша, индийского штата. И Вриндаван не является продуктом трансформации пяти материальных элементов земли, воды, воздуха, огня и эфира. Бриндаван Дхам не сходит в этот мир. Все вечные спутники Всевышнего Господа не сходят в этот мир. Кришна не сходит в окружении своих вечных спутников, своей божественной обители. Кришна не сходит, Кришна духовен. И царство Его, обитель Его духовно, трансцендентно, в материальном теле мы не можем войти в нее. Но мы думаем, что мы на самолете прилетим в Дели, из Дели на машине, мы приедем во Вриндаван. Как будто это часть материального мира. Даже если мы приедем во Вриндаван, мы не сможем прикоснуться к Вриндавану. Вриндаван трансцендентен, духовен. Когда мы получим милость Всевышнего Господа, через личность Его милости, через личное пришествие Его милости, проявится вечная природа нашего духовного Я, и тогда мы сможем получить доступ в эту трансцендентную обитель. Материальное тело войти туда не в состоянии. Наш Парамгуру Падпадма, наш Прагуру, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакуру, жил в Калькутте. Раньше Калькутту называли Коликата. Сейчас название Калькутты изменено Колката. И наш Парам Гурудев говорил, что я никогда не жил в Коликате, то есть в месте Коли, в столице Коли. Коли — это грех. Коли — это ссора, это раздор. Коли — это без нравственности, без Божия. Я никогда не жил в Коликате. Но тело его находилось там. Причина в том, что он думал о том, что весь мир, все бесчисленные миры находятся в Кришне. Мы не можем находиться вне Кришны. Где бы мы ни жили и куда бы мы ни приехали. В этом причина. Куда бы мы ни приехали, мы не сможем оказаться вне Кришны. Те, кто сознают это, куда бы они ни приезжали, они будут помнить о Кришне. Мы же обусловленные души, души рабы материи, рабы этого мира. Куда бы мы ни приехали, мы повсюду будем говорить, Бога нет. Это есть материальный мир. Наслаждайтесь ими, веселитесь своими органами чувств. Наслаждайтесь им. Ради наслаждения, ради чего еще вам приехали сюда? Мы видим различия. Мы вступаем в ссору с друг другом, мы ссоримся с членами своей семьи, мы ссоримся группа на группу, группировка на группировку, считая себя наслаждающимися, считая себя хозяевами. Это и есть наказание за то, что, будучи частицей энергии Всевышнего Господа, а энергия должна быть ради своего обладателя. Я частица энергии Всевышнего Господа. Читание Махапрабху сказал, это пограничная энергия. В Гите говорится о том, что это тело является производным продуктом апараб, прокрити, то есть материальной, низшего рода энергии. А атма является продуктом параб, прокрити, то есть энергии высшего рода. Моя энергия, мои силы, они служат мне. Энергия Всевышнего Господа должна служить Всевышнему Господу. Я слуга, слуги, слуги, слуг Всевышнего Господа.
но злоупотребляю своей относительной независимостью. Это мое, это великое мое богатство, которое дал мне Господь. Это способность чувствовать, думать и изъявлять свою волю. Он не вмешивается в эти мои способности. Он приходит сам, и он посылает своих спутников, не вмешиваясь в мою независимость. Он призывает добровольно, предайся мне, поклоняйся мне. Я не буду принуждать тебя. Если я буду принуждать тебя, то ты станешь материей. Где бы ты ни положил кусок материи, там этот кусок материи будет лежать. Но создательное существо, даже муравей, мы не сможем даже развернуть муравья в другую сторону. Он будет все равно ползти туда, куда он хочет, потому что в нем присутствует сознательная частица. Если уничтожить эту независимость, то мы тем самым уничтожаем сознание. И что получит Всевышний Господь, если он так поступит? Но в действительности атма не может быть уничтожена. Но атма может злоупотребить своей независимостью и отвернуться от Всевышнего Господа. В Шримад-Бхагавате я привожу свидетельство из Шримад-Бхагаваты. Когда Ними Махарадж, император Бидехи, проводил жертвоприношения в обществе брахманов. 9 самых младших сыновей Ришабхадева благословили прикосновением своих святых стоп дом, место жертвоприношения Бидехараджи Ними. Увидев, что они пришли, Ними встал, и все брахманы встали, они принесли свои поклоны лотосным стопам 9 святых, и Бидехарадж Ними также принес свои поклоны и провел поклонение им, и сказал, мне кажется, что вы вечные спутники Всевышнего Господа, вечные спутники Мадхусудана Шри Кришны. Я не приглашал вас к себе. Вы пришли в мой дом, чтобы спасти меня, чтобы спасти нас. Я хочу спросить вас, обратился к ним с вопросом. Он обратился к ним с вопросом. В 11-й песне Бхагаваты он спрашивает, о великие святые, вот мой вопрос к вам. By the usual energy of Supreme Lord, the external potency of Supreme Lord, that external potency. Иллюзорная энергия Всевышнего Господа. Внешняя материальная энергия Всевышнего Господа состоит из 3 изначальных качеств. Саттва, раджаса, тамаса. Саттва, раджаса, тамаса. Саттва, by Rajagun. Living beings are created.
Раджагуна, в Раджагуне происходит творение живых существ. В саттвагуне живые существа поддерживаются, продолжается в течение некоторого времени их существование. В тамагуне они встречают свое разрушение, свой конец. Теперь, когда живое существо рождается из утробы своей матери, еще находясь в утробе своей матери, этот маленький ребенок претерпевает страшные страдания. Ему приходится находиться в чреве своей матери вверх ногами, вниз головой. И тело его очень и очень мягкое, нежное. И когда черви кусают этого ребенка, ему приходится тяжело страдать, невыносимо страдать, но он не может ничего поделать, он не может избавиться от этих страданий, скованных рукам и ногам. Даже молодой человек, крепкий, здоровый, если его привязать к дереву, к толстому дереву, примотать его веревками, крепко накрепко, с ног до головы. И напустить на него ядовитых муравьев, которые будут ползать по нему и кусать его. Он будет невыносимо страдать, будет дергаться, но не сможет ничего поделать. More than death. А какое страдание? Страдание, что уж лучше умереть, чем так страдать. А когда младенец находится в чреве своей матери, тело его нежное, мягкое, и муравьи, различные паразиты кусают его, и он страдает невыносимым. Мы забыли об этом. Те, кто прежде совершали какие-то благие поступки, вечные поступки на вечное свое благо сукрити, редкие из младенцев взывают к Всевышнему Господу: «Господи, Господи, я не в состоянии вынести невыносимую муку. Я больше не могу. Я не забуду тебя. После того, как рожусь, я не забуду тебя». Но родившись, благодаря заботе родителей и других родных и близких, все, что он обещал, все, в чем он клялся в чреве своей матери, этот младенец забывает. И покуда он остается в этом мире, то чередование боли и наслаждения не прекращается. Никто не может быть здесь просто счастлив. Только счастлив и все. Нам приходит известие. Да, готовьтесь к лучшему. Ваше счастье не за горами. В следующую минуту нам приходит известие о том, что кто-то умер, больше кого-то никогда не увидим. Постоянно они сменяют друг друга, они вращаются как колесо. Да и счастье, которое в этом мире есть, оно не позитивное счастье, а заключается, например, всего лишь в прекращении на какое-то время страдания, что мы воспринимаем как счастье, когда мы голодны, и нам досталось что-то поесть,
мы счастливы. Если мы не голодны, перед нами можно расставить много различных яств и кушаний, а мы не будем счастливы. Счастье они нам не понесут, когда жарко, нам хочется, чтобы был кондиционер, или чтобы был фен и прочее. Когда очень холодно, нам хочется, чтобы был камин, чтобы был огонь, чтобы было тепло. И поэтому, когда страдание прекращается, нам кажется, что это счастье, но позитивного счастья в этом мире нет. Мир этот невежество. Мир этот является продуктом невежества, внешней энергии, иллюзорной силы. Позитивным счастьем является сам Всевышний Господь. Сейчас мы склонны думать, что избавиться от наших нужд, и мы будем счастливы. Но это счастье не позитивное счастье. Покуда вы живете в этом мире, неизбежно три вида страданий. Страдания из-за различных болезней, одолевающих тело. А также страдания от разлуки с родными и с близкими. Эти страдания физические и психологические зовутся адхьятмик клеш. Страдания из-за болезни тела и страдания из-за разлуки с теми, кто дороги мне, с теми, кто мне близки. И адхибхутиктап, страдания, которые приходят от других одушевленных существ. Не только от насекомых, комаров, или же там, мух, собак, кошек. В эту калиюгу от представителей от особей своей собственной разновидности жизни, от людей мы получаем величайшие страдания, и величайшие наши враги — это люди. Даже самые страшные хищники, они смеются, глядя на то, как ведут себя люди друг с другом. Хищники убивают других животных не без необходимости, только для того, чтобы поддержать свою жизнь. Но люди убивают других с жестокостью, без... Даже не имея вообще никаких отношений с человеком, не имея никакой личной вражды к человеку или к этим людям, люди уничтожают их, тех, кого даже не знают, просто ради каких-то эфемерных политических целей. Хуже, чем хищники. Это адхибхутиктап и адхидайвиктап. Страдания адхидайвик, то есть естественные бедствия. Вы слышали о землетрясениях, о страшном землетрясении, которое прошло в Гуджарате, до этого было в Армении. В каждое мгновение может наступить землетрясение, и тогда начнется хаос. Или же наводнение. В Бенгале мы видели, что такое наводнение. Реки неожиданно выходят из берегов, затапливают все, и люди умирают, люди тонут. А также эпидемии. Засуха, когда нет дождей. А также страдания, которые приходят в момент смерти, в тот момент, когда этому телу наступает конец, какого рода страдания испытывает человек? Он не хочет умирать, но ему никуда не деться, он вынужден умирать. Тройственные страдания наполняют этот мир, а также страдания рождения и страдания смерти. И Видхарач Ниви спрашивает, мы Акхритатма Бхих, а мы совершенно не контролируем свои чувства. Мы рабы своих чувств.
Как нам преодолеть этот океан рождения и смертей? Мы бестолковые, мы глупые, мы тупые. Из-за того, что мы ложно считаем себя этим телом. И то, что нужно этому телу, это единственное, что нужно мне. А мы тупицы. Как говорил Парамапуджапад Бхактивиданта Шами Махарадж. Глупцы номер один. Дураки. Другими словами, дураки номер один. Кто-то сказал Свами Махараджу, что я не верю в Бога. Он ответил, откуда у вас есть силы произнести эти слова «я не верю в Бога»? Вы употребили такое выражение «я не верю в Бога». Кто дал вам силы это сказать, если эту силу от вас забрать после смерти? Вы можете ли вы сказать «я не верю в Бога»? Сколько вам будете продолжать повторять эти слова? Сколько вам еще осталось? А вы настолько горды тем, что говорите такое. Он дал вам эти силы, и вы говорите, что я не верю в Бога. Кто дал вам эту силу, эту силу забрать, что вы сможете поделать? Вы не сможете ничего ни сказать, ни сделать. Те, кто не верят во всепроникающий дух, под властью которого находится все, является дураком номер один. Мы не знаем того, кто такой я. Шатна Госвами сказал Чайтанья Махапрабху. Я не знаю, кто я, но все уважают меня. Что ты очень образованный, что ты очень ученый, что ты знаешь столько разных языков, что ты стал премьер-министром при дворе императора Хусейн Шаха. И слушая эти восхваления, я чувствую глубокое удовлетворение, но на самом деле я глупец номер один, потому что я не знаю, кто я такой, я не знаю своего собственного настоящего я. А поэтому я тупица. Так говорит Махарадж Ними. Глупец номер один. Пустая башка. Я думаю, что я есть это тело, что я есть эта оболочка, состоящая из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Скажите мне, как мне пересечь океан рождений и смертей и тройственных страданий? И тогда Прабуддха Муни ответил ему. Что он сказал? Каждое живое существо в этом мире начинает карму. Они занимаются кармой. Ради чего занимаются кармой? Вы приехали сюда из Москвы, из других мест. В чем ваша цель? Ради чего вы это сделали, потратив столько денег и претерпев столько дорожных невзгод? Ваша цель – это избавиться от страданий и стать счастливым. И те, кто не приехали сюда, они тоже так думают. Какой смысл тратить столько денег и столько трястись в поезде и ехать в Одессу, чтобы общаться с этими садами? Да какая польза от этого? Какой прок? Я приеду к ним, мне придется там что-то платить. Лучше оставаться в своем магазине и зарабатывать там денежку. А если у меня будут деньги, я смогу исполнить свои желания, я смогу избавиться от страданий и стать счастливым. И мы их даже приглашаем, они все равно не приедут. Что бы человек в этом мире ни делал,
Любой человек, какой бы деятельностью ни занимался, то ли он занимается бизнесом, или ходит на службу, цель его единственная, общая для всех – избавиться от страданий и стать счастливым. Смотрите, мы думаем, что если я действительно хорошенько постараюсь изо всех своих сил, тогда мне удастся избавиться от страданий и стать счастливым. Когда же мы терпим неудачу, то я думаю, что я женюсь. Будет у меня жена, тогда уже вместе со своей женой мы вместе, совместными усилиями, мы приложим все свои силы, и нам удастся избавиться от страданий и стать счастливыми. Затем, после брака, наступает разочарование, и мы думаем, что если у нас будут дети, один ребенок, один сын, мальчик и девочка, пять мальчиков, пять девочек. Да, если мы создадим такую компанию, да, с ограниченным числом членов, наша семья, мы все свои силы вместе, объединенно, дружно приложим, да, и тогда нам удастся избавиться от страданий и стать счастливыми. Получается прямо наоборот. Получается все наоборот. Мы думаем, что вот будут у меня деньги, и я буду счастливым. Если бы все деньги, они раздавались равно всем, одинаково всем бы досталось, то все были бы счастливы. Но один губернатор Ориссы, всегда, когда мы приезжаем в Одессу, нам вспоминается Ориссы. На языке Урия это Роч пишется как До. Одесса, они говорят. Это Одесса. Ориша. Our one of the best holy place of pilgrimage. Ориссы, в Ориссе находится одно из величайших мест паломничества, Пури-дхам, Пурушоттам-дхам, Джаганат-дхам. Святая земля Джаганатха, куда мы приезжаем для того, чтобы участвовать в празднике колесниц, Джаганатха-дхам. А Ориссы находится на берегу Бенгальского залива. Залив – это часть океана, которая заходит глубоко в сушу и частично окружена сушей. Это называется Бенгальский залив, который мы также зовем морем. Это часть моря, часть океана. И Пурушоттам Дхама находится на берегу этого моря. И Ориссы, или же Одесса, находится на берегу моря, то есть Черного моря. Там Бенгальский залив, а здесь Черное море. И Одесса находится на северной стороне Черного моря. Россия на северо-восток, Грузия на восток, Турция на юг и Болгария на запад. Но с северной стороны находится Одесса. И когда людей время отпусков, они приезжают на северное побережье Черного моря, потому что Одесса славится своей культурой и своим образованием. Здесь есть и Одесский университет, также есть и другие институты, учебные заведения. Это культурно очень продвинутая область.
И поэтому все жители европейской части страны, они приезжают сюда отдыхать, и поэтому здесь преданным не хватает места, негде остановиться. Почему? Потому что это северное побережье Черного моря, это настолько особое место. Когда Украина была частью Советского Союза, то после Санкт-Петербурга, Одесса была вторым по величине портом. Когда мы приезжаем в Одессу, мы вспоминаем про Ориссу. Одесса напоминает о Чиганатхадеве, о Пурушоттам Дхаме. Очень много похожего между ними. Но в действительности, повсюду, где мы помним о Чаганатхадеве, где к нам приходит памятование о Чаганатхадеве, это Чаганатхакшетра. Если же мы приезжаем на землю Чаганатха, в Чаганатхадхаму, а думаем о мирском, то мы не получаем подлинного блага. Если мы приезжаем куда-то и думаем о Чаганатхадхаме, что это Чаганатхадхам, на берегу океана, море. Это Ориша или Одесса. Губернатор Ориссы, не Одесса, а Ориссы, посетил наш мат Пурушоттам Дхаме, чтобы торжественно открыть там Санкиртна Бхавон, место, где проводятся киртаны и харикатха. Он приехал туда на 10 минут. Но увидев наш мат, ему настолько понравилось там, что вместо 10 минут он говорил в течение 45 минут. Его личный секретарь постоянно напоминал ему, ваше время вышло, господин губернатор, нам пора ехать. Но он не слушал этого. И он продолжал говорить. И он сказал, что я ездил за границу в мировое турне. Я был в Швеции, в Стокгольме. Я раньше думал, что самая богатая страна — это Америка. Но когда я приехал в Стокгольм, я увидел, что все богаты. Бедных или нищих просто нет. Нет никакого финансового кризиса. Мы в Индии претерпеваем этот экономический кризис. Есть богатые, есть множество бедных, множество неимущих, которые живут на улицах и просят подаяния на улицах. Когда я приехал туда, я увидел, что богаты все. У всех у них хорошо меблированные комнаты, хорошо обставленные за здание, нет жилищной проблемы, нет финансовой проблемы, достаточно пищи, пища чистая, а в Индии постоянно в нее примешивают какую-то гадость. Если рождается ребенок, то родители, они не несут никакой ответственности за его воспитание, а правительство оплачивает все его образование. А когда же, и когда настанет время получать высшее образование, то и сын богатого человека, и сын необеспеченного человека, все они получают равное образование. Нет никакой проблемы с образованием, и все получают работу, завершив свое образование, нет проблем с безработицей. Если кто-то заболеет, то есть множество больниц, есть множество поликлиник. И сын богатого человека или бедного человека, все богатые до какой-то степени. И все лечатся в больницах, у всех есть возможность получать бесплатное медицинское обслуживание. Увидев это, я подумал, что никогда не думал, что есть такое место на земле. Я прославил их. Я сказал, что здесь, в Индии, настолько проблем,
Вы не, эти проблемы решить не можете. Вы же решили все свои проблемы. Я не видел небес, я не видел рая. И не знаю, доведется ли мне когда-то его увидеть, но это рай, это небеса. Все вы настолько удачливые люди. Вы счастливы. И что сказали они? Я был поражен, услышав их ответ. Они сказали: «О, Вишванат Панда Сахеб, господин губернатор Ариса, вы приехали сюда, и, глядя на наше внешнее великолепие, вы нас прославляете, вы хвалите нас, что вы, дескать, самые удачливые жители Земли, но нет никого во всем в целом мире в более несчастном положении, чем мы». Что, какое несчастное? У вас же проблем нету. У вас нет финансовой проблемы. У вас нет проблемы с безработицей, с голодом. Да, проблем нет. Но в нашем обществе нет никакой уверенности в том, сколько, поженившись, муж и жена будут оставаться друг с другом. По доходу на единицу населения мы находимся на высоте. Но и по разводам мы также находимся на высоте. Потому что у молодого человека достаточно денег, у девушки также достаточно денег. У них нет необходимости находиться вместе. Столько разводов, и родители постоянно находятся в страхе перед тем, что либо сын покончит самоубийством, либо дочь покончит самоубийством, либо родители покончат самоубийством. И в целом мире самый большой процент на душу населения самоубийств приходится на нашу страну. А мы в несчастном состоянии, в жалком состоянии, мы несчастны. И тогда губернатор сказал, что вот как, если мы решим эту проблему, если у всех будет одинаковое количество, достаточное количество денег, все это не решит проблему счастья. Тогда я вспомнил, сказал он, учение наших риши, муни, учение наших великих святых. Да. Учение, которое содержится также и в словах Прабуду Муни, его ответе на вопрос, что весь этот мир, все мирские люди стараются, пытаются стать счастливыми, избавиться от страданий. Или своими усилиями не удается, затем они женятся и вдвоем пытаются этого достичь, затем они порождают детей. И в результате даже усилиями целой семьи они не могут избавиться от страданий и не могут стать счастливыми. Почему? Причина в чем? Есть другие стороны. Это вопросы, сейчас я не буду говорить об этом. Но в конце своего ответа Прабхупада Муни сказал. Смотри, например, ты болеешь. Можешь ли ты вылечить сам себя? Ты болеешь, болезнь в твоем собственном теле. Тебе тоже должен знать, что чем ты сам болеешь. Ты сам бы мог бы и вылечить, но ты идешь к специалисту, ты идешь к окулисту, там, к отоларингологу, к кардиологу, ты идешь к специалисту.